Самое романтичное сочетание цветов в морском стиле – цвет белого теплохода и синего моря. Самое романтичное место для свиданий – у причала. С мая в распоряжении назначающих встречи – еще один новый причал. Хотя назначение нового пассажирского причала изначально строго практично. Происходило это все, началось 5 лет назад. В то время главой города был господин Пахомов. Значит, наш порт выступил с инициативой строительство этого причала. В администрации города идею поддержали. С переполненного центрального пляжа отдыхающие и местные жители стали ездить на Пионерский проспект и в Витязево. Коллапс, который существует по Пионерскому проспекту, немножко разгрузить. Мы предложили идею строительства причала с той целью, чтобы часть пассажиров перевозить водным транспортом. Значит, идея была одобрена администрацией города. 2 года назад начали строить, в этом году ввели в эксплуатацию. Новый причал 256 метров в длину. Эксплуатируют пока 2 предприятия – Черноморские скоростные линии и Сочинская компания. Суда с осадкой до 4 метров пассажирские, вот, местные, прибрежные, с ограниченным районом плавания. Ну, в данный момент вот, там работает наша компания и Сочинская компания. С помощью Дагомыса катамарана. Компанию «Черноморские скоростные линии» в Анапе представляют 5 прогулочных пассажирских катеров. Гаргипия, Дмитрий Калинин, поэт Андрухаев, лейтенант Гринько и Радуга-9. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа-регион.